Второй день уже катаемся. Охренеть просто. Хотя туда нельзя заходить, короче. Здесь что вы думаете? Это даже не Карпаты. Это наш Кицковель. Не, нормально пошел. Нормально. Привет! Где мой рулон линолеума? Скоро скатал. Ковер-самолет. Ковер-самолет. Эй, поехали. Инструктор нужен. Кому нужен инструктор? Я не знаю, сколько здесь лететь, наверное, метров 200. Давай! Ну давай! Что, стрёмно, да? Может, тебе дать селфи-палку? Это было круто, реально. Почурчхела, похвала, шарей, шашлик. Карточки, карточки, симки, МТС. Полный трусы. Тебе что, Биля, слова, что тебе? Смотри, Лера, Лера, Лера. Друзья, никакие Карпаты не нужны. Дешево и сердито. В наше время кризис, вот, надо отдыхать хоть как-нибудь. Вылазьте на улицу, гуляйте, веселитесь, вот, езжайте в парканы. Берите с собой специальный линолеум, когда едете сюда, он вам понадобится.